На ремонте вот такое устройство, тонометр. Значит, есть одна из поломок, когда он вроде бы, вы слышите, что он работает, включается, но ничего или вообще ничего не показывает на мониторе, или цифры есть, но до половинки, отдельные черточки. Непонятно, что здесь написано, потому что цифра не полностью прописывается. Как решается этот вопрос, как отремонтировать? Это можно отключить. В данном случае это Little Doctor. Ну, они, в принципе, бывают различные фирмы. Разбираем. Здесь вот два винта нужно открутить и отстегнуть защелки. Винты я отстегнул. Теперь просто вот нужно отстегнуть. Если не получается, есть такие защелочки крепкие, какой-нибудь пилочкой или вот здесь вот нужно поддеть, и тогда она вынимается полностью. Значит, проблема заключается вот в этом шлейфе, который не припаивается, а на электроклее приклеивается просто и к сюда, и к экрану, и вот к плате. Чтобы снять, он так просто не снимается, нужно поддеть вот эту защелочку. Раз. В середину утапливайте. Ну, в данной ситуации так. И вот этот шлейф. Что необходимо сделать? Нужно каким-то неострым предметом, твердым, но не острым, например, пластиковая. Вот у меня круг. Твердым, но круглым. Это может быть обратная сторона ручки. Или вот в данной ситуации у меня обратная сторона пилочки для ногтей. Она такая скругленная. И вот здесь, прямо по шлейфу, необходимо попродавливать для того, чтобы или от вибрации, или от температуры, может быть, немножко усохся и потерялся контакт между шлейфом и платой. На плате медные дорожки, а шлейф просто на электропроводящий клей. Приклеено все. И он немножко не припаян. Это графитовые дорожки, они медные, и они приклеиваются на клей. И вот здесь просто вот так вот проходим, продавливаем для того, чтобы восстановить электрическое соединение. Вот этот именно тонометр пришел с проблемой, цифра до половины, все цифры до половины показывалась, правая половина показывает, левая не показывает. Чем закончилось? Сейчас я включу в розетку. Он работает как от батареек, так и можно внешнее питание подавать. Сейчас попробуем внешнее питание от сети. Оп. Смотрите, сейчас полностью вся цифра показывает. Ну, сейчас не подключен, он покажет ошибку. Но суть в чем, что полностью экран показывает всю цифру. Это значит, что более того, я уже попробовал у себя на руке, давление меряет. Ну, наверное, правильно. Мне показал 125 на 79. То есть, в принципе, нормальное давление. Вот так можно своими руками отремонтировать просто прибор, который, в принципе, по-другому и отремонтировать нельзя. Поменять практически невозможно этот шлейф, потому что его здесь он на склейке. Думаю, что это будет проблематично.
Ну, вот таким образом можно полностью устранить проблему. Вставляем, закручиваем в обратной последовательности. Прибор отремонтирован. Как видите, полностью цифры на весь экран полностью срабатывают. Подписывайтесь на канал, и вы сможете увидеть, как и такие приборы, и другие бытовые устройства можно ремонтировать самостоятельно, без использования каких-то сложных специализированных инструментов. Увидимся на канале.